В сельскохозяйственных предприятиях Хасавюртовского района продолжается зимовка скота. По данным Управления сельского хозяйства, большинство ферм не испытывает проблем в обеспечении бесперебойного производства продукции. Зимовка проходит в штатном режиме. На зимовку скота в районе заготовлено достаточное количество кормов. Запасов для нормального проведения зимнестойлового периода достаточно. Обеспеченность составляет более 106%. Специалисты Управления сельского хозяйства возобновили выезды в хозяйство района и сегодня выбрали хамовюртовское направление. Мы сейчас находимся в фермерском хозяйстве, семейное фермерское хозяйство селения Хамавюрт, КФХ Удуева, который семья занимается выращиванием мясной породы животноводства, КРС, крупный рогатый скот. Вот. Хотели, побыли мы у них в этом территории, что у них что имеется и как у них проходит зимовка скота на сегодняшний день. Оказывается, они хорошо подготовили на зиму тоже. У них на сегодняшний день имеется крупнорогатый скот. Ну, там сколько месяцев они будут? Где-то 10 месяцев. Ну, считай, что... Почти год уже. Почти год, да? Да. Сколько поголов у вас сейчас? 100 голов. 100 голов, да? Приобрели, вы будете выращивать его? Еще до полтора года, еще почти надо кормить по-любому году. А этот кормовую база у вас как там сейчас, в данный момент? Кормовая база обеспечена? Обеспечена, все, есть кормы. Канцкорма тоже обеспечена? Да, да, дробленая тоже, уже все готово. Сено 50 тонн, да? Сено тоже есть, хватает до лета. Это хорошо. А вы сейчас, у вас техника как? Техника очень сложная. Сложная, да? Да. Хотели бы приобрести, да? Трактор такой старый. Больше ничего нет. Конечно, а бы, хотелось бы помощи, да, государства? От государства, если помощи было бы, нормально было бы. В общем, боюсь... Ну, хотелось бы дальше работать. Без помощи. Короче, вы хотите еще претендовать на конкурсе семейного животноводства? Да. Мы здесь основной семьей тоже работаем. Ну да. Ты отец? Я отец, мать, брат. Да. Какие планы у вас в дальнейшем? На дальнейшем у нас планы, конечно, на расширение. Сейчас в данный момент у нас 100 голов. У нас сейчас, если, конечно же, если помощь окажет нам, мы хотим расшириться до 200, до 300 голов. И там на семейном хотим участвовать. Да, благодаря району. Администрации районной и поддержки управления сельскохозяйственной хотим претендовать семейном гранте. Поголовье здесь 100 голов, порода из казахского белоголова, мясного направления. Участвуем примерно 10 месяцев. Сейчас еще хотим, примерно их надо еще год держать, и будет качественное мясо у нас. Высшего категория будет. И в дальнейшем тоже, конечно же, расширение, вот уже расширение по-любому будет. Хотим, конечно же, и стройку хотим сделать. В том случае, если вы на семейной гарантии будете участвовать и получите помощь, тоже хотите еще увеличить? Конечно, да. И землей здесь, тоже вопрос? Да, с землей тоже у нас сейчас проблема, техника и проблема. Ну, финансами вообще не хватает, например, на расширение не хватает. Ну, есть, когда есть желание у человека, когда финансовые проблемы, то не получается. Как показывают рейды специалистов управления сельского хозяйства, состояние животных удовлетворительное, да и погодные условия благоприятствуют. Прошло половина зимы, а запасы кормов достаточно, радуются сами животноводы. Если животновод доволен, то у него все благополучно.